Опасно тонкий лед стал причиной сокращения количества купелей в крещенскую ночь в Ульяновске. По информации специалистов чрезвычайного ведомства, все из-за неоднородной структуры ледяного покрывала на водоемах. На некоторых участках его толщина не превышает 10 сантиметров. Есть риск провалиться и серьезно пострадать. Именно поэтому власти города занялись вопросами обеспечения безопасности в крещенскую ночь вплотную. С обращением к ульяновцам и руководителям соответствующих ведомств обратился глава областной столицы Сергей Панчин. Мы должны на сегодняшний день полностью обеспечить недоступа населения на лед. Мы определили на сегодняшний день те места, которые можно будет посещать и где произвести обряд. Это село Арское и село Погребы в Засвиярском районе. Это Белые Ключи, поселок Плодовый в Железнодорожном районе. И очень попрошу обеспечить, во-первых, освещение, обеспечить доступ к транспорту, обеспечить вот эти вот автомобильные стоянки, обеспечить работников, работу дружинников, ГАИ, для того, чтобы не создать там коллапса. В крещенскую ночь для ульяновцев с 23:00 18 января до 2 часов ночи 19 января автобусы маршрута номер 96 будут курсировать с 20-минутным интервалом. На этом транспорте можно будет добраться до купелей, оборудованных на прудах поселка Белый Ключ и Плодовый. Кроме того, в 20:40 от остановки Центробанк в село Арское пассажиров отвезет автобус номер 66. В обратный рейс автобус отправится в 1:30. В 2:10 два автобуса заберут верующих от храма Спасителя Николая на проспекте Авиастроителей, после чего один проследует до проспекта Врача Сурова, второй по проспектам генерала Тюленева, Ленинского комсомола, Дружбы народов, Туполева и Созидателей.